Спасибо Эквест Истории за сотрудничество, за творческий подход к многим нестандартным вещам и за замечательную отзывчивость всей команды. Да, на самом деле мы работаем совсем недавно, наверное, меньше года, но уже успели оценить вообще все прелести работы с вами. И, конечно, приятно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, все время ищете что-то новое, как-то там, улучшаете свою работу. И вот будем надеяться, что с новым направлением у вас все получится, и вы как бы захватите еще новый пласт в своей работе. Так что больших успехов в этом. Да, желаем успехов в новых начинаниях. EQS? EQS — это надежная, динамичная компания. И в своей деятельности они обычно выполняют намного больше объем работ, чем это указано в соглашениях. И хочу отметить, кстати, что в отличие от немецких автомобилей, качество их услуг с годами становится все лучше и лучше. Корпоративные коммуникации – это драйв и бесценный опыт общения. Это как бизнес по дружбе. Это как Facebook, только на работе. Это как грузинское вино, пробуждает аппетит к бизнесу. Это как коллективная медитация онлайн. Это вкусно, как узбекский плов. Это очень объединяет. Это как результат клевого брейнсторминга. Corporate com, it's one team speaking the same language. Добрый день, ни хао и алло. Дорогие друзья и коллеги, я посылаю вам большой привет из Гонконга и желаю вам прекрасные мероприятия с EQS Corporate Communications. К сожалению, я не могу быть с вами, но я надеюсь, что скоро увидимся. Спасибо большое за доверие последних 5 лет. Это было прекрасное время для меня. Я жду много новых проектов и надеюсь, некоторые неформальные вечеров. Увидимся, Цайтян, и бисбальд. Ваш Маркус.